Друг, ищешь веселый канал по тематике ML? У меня есть что тебе предложить. Динамично развивающийся канал Трекстерина. Никита покажет тебе отличный монтаж, юморные гайды, а также эмоциональные стримы. В общем, заходи, смотри, подписывайся. Ссылка в описании. Мур, привет, друг. Настало время рассказать тебе о патче 1.3.60. Не забывай, что это изменения на тестовом, которые скоро могут появиться на основном сервере. В игру на основу вводят Эсмеральду. Цена, как всегда, 32к. Точный день не указан. Наверное, будет во вторник или четверг следующей недели. Также выходит ревортнутая Рафаэль и ее скин за 400 алмазов. Реворкнутый скин Мии, пламенеющий лук, за 599 алмазов. Реворкнутый скин Эйдоры, пламенеющие губы, за 300 алмазов. Самый дешевый скин в игре на фашу, Аква Индиго, за 50 алмазов. Акция продлится 14 дней. И вроде бы уже доступна. Добавят облик Зодиака, Овен, на Хильду. Будет введен ивент, посвященный файтингу King of Fighters. Сказать по правде, я последний раз в него играл на Денди. С этим ивентом введут три облика. На Карину, на Чу и на Гвиневру. Начнется ивент 19 марта и продлится 30 дней. В редких фрагментах появится отличный скин на Лукарда, Висконт. А через 16 дней мы получим рейтинговый скин на Бэйна. Скин симпатичный, Бэйн не очень. Изменения героев. Сабер. Первый навык. Уменьшили потребление маны. Это приятно. Гвиневра. Первый навык. КД навыка теперь 4 секунды на всех уровнях. До этого было больше на каждом уровне. Аргус. Исправили баг, когда рука от первого навыка оставалась на земле. Я вот думаю, что Аргус в своем виде заиграет только когда ульте добавят полет и игнор контроля, а до этого момента... Лейла. Исправили баг ульты, когда исчезал эффект увеличения расстояния выстрела. Лолита. Первый навык. Теперь навык наносит от 1000 до 1500 экстра урона по целям не героям. Вот это подгон. Эсмеральде обновили эффекты и голос. Пассивка. Уменьшили скорость конвертации щита в здоровье. На этом изменения героев закончились. Если тебе понравилось видео, подпишись на канал и покажи его друзьям. Можешь оставить свои мысли по поводу обновы в комментах и не забудь лапку. Удачи, друг!